Всем привет, друзья! Сегодня, значит, давайте с вами, как всегда, драйвер 51 рус. Посмотрим игрушку Need for Speed Rivals Digital Deluxe. Попробуем завести, посмотрим, что за игрулька. Игрулька пиратка, скачанная с сайта, не помню даже откуда. Попробуем запустить. Завелась. Существует рамок. Мы ищем грань реального на самых мощных машинах, за которые не платят. Направление, скорость, время. Все это мы выбираем сами. Называйте нас бандитами, но без нас вы не проживете. Мы закон. Ангелы не могут ловить чертей. Я не вы. Я жизнь, которой вы боитесь. Вы спите. Я давно проснулся. Я реалити-шоу. Катализатор. 15 минут, которых у вас нет. Хотите знать, зачем я делаю это? А почему не делаете? Мы конец своей свободы. Я буду бежать. Мы тень, от которой не скроем. Я не остановлюсь. Мы найдем. Вы не поймаете. Мы не остановимся. Вы прославите. Мы повсюду. Вы проиграете. Вы мои лучшие враги. Ты наша цель. Вы мои соперники. По графике вообще обалденно, одно могу сказать, ребята. Комп, наверное, нужен мощность. Читайте там, когда будете скачивать системные требования, которые будут нужны для данной игры. Но по своим ощущениям, по моим ощущениям, да, я скажу, что надо, наверное, мощненький комп. Добро пожаловать в Need for Speed Rivals. Прежде чем отправить вас в округ Рэдбью, мы расскажем об основах игры. Выберите, кем вы хотите быть, полицейским или гонщиком. О, как дела. Давайте будем полицейским или гонщиком. Гонщиком или полицейским. Давайте будем полицейским. Добро пожаловать в департамент полиции округа Рэдбью. Это один из многих мобильных командных пунктов, рассредоточенных по всему округу. И здесь вы начнете свое обучение. Так, нормально. Вот GTR. Вот ваше задание на сегодня. После завершения тренировки вы сможете выбирать задания из обновляемых списков, за выполнение которых будете получать новые машины. Что-то надо выбрать. В своем командном пункте вы можете выбрать машину, технологии погони и номерной знак. Выбирайте машину и отправляйтесь в патруль. Давайте. Технологии. Давайте машину посмотрим. Каждая машина существует в трех вариантах. Какой мерин. Машина дорожной полиции и машина под прикрытием. Они выглядят по-разному и используются в зависимости от задания. Еще один Мерс, а в чем разница? C63, да? Black Series. Дорожный патруль, что ли? Ну, вообще нормально такая. А, ну, давайте не посмотрите. Ну, давайте начнем.
давайте возьмем этот. Ну, выбрал я его. Дальше что тебе делать? Это ваша полицейская карта округа Редвью. Здесь вы найдете других полицейских. Я понял. Вы можете отслеживать гонщиков и наблюдать за открытыми событиями. Здесь же можно выбрать начальную точку патрулирования. Завершив обучение, вы сможете отправиться в любой командный пост. Так. Погоня, номерной Выберите знак. Выберите номерной знак, чтобы соперники поняли, с кем имеют дело. Угу. Еще тут не хватает букв, блин, набрать. Ладно, пусть будет так. Так, как назад-то? Угу. Технология. Кроме полицейского вы можете тратить очки и спина, технологии погони и улучшения. Ладно, бог с ним, это я не знаю тут что. Давайте покину, не гараж нажмем. Точка старта. Начать здесь. Ну, давайте начнем здесь. Тут еще, наверное, надо настроить управление, ребята. Вы готовы к первому патрулированию. В правой части экрана ваше задание на сегодня. Завершите их, чтобы закончить тренировку. Хорошо. Вы можете указать маршрут до любой точки, открыв карту, или воспользуйтесь функцией Easy Drive в левой верхней части экрана. Настроек куча, походу. Так, надо музыку вырубить нам, наверное. Где тут есть какие-то настройки-то? Реагирование, погоня, перехват, прыжки. Вот так, настройки звука. Громкость музыки убираем. Я что-то не люблю с музыкой ездить. Так, здесь надо что, наверное, назад. Ой. Вот дела. Сейчас, ребята, еще раз. Настройка клавиатуры. Газ. Газ сюда. Тормоз сюда. Так, лево-право, ручник сюда. Камера назад. Нитро. Да. Спецсигналы. Да. Так. Нет, технологии права, ячейка 1, ячейка 2. Третий сигнал. Сюда. Автолок. Ну ладно, давайте, наверное, поедем еще. Все вроде собрали. Так, надо еще, подождите сейчас, секунду. Так, настройки. Так, есть тут, посмотрите, камера назад. А, графон еще не посмотрели, вот ёлы-палы. Настройка звука компьютера. Так, размытие. Включить качество освещения низкое. Ультра. Тень от фар включить. Качество отражения низкое. Высокое. Качество высокое. Больше, а вот утро есть. Утро. L применить. L. Да. Все. Все на полную катушку. Так, а дополнительно интересно, что тут такое. Угу. Так,
Ну что? Что нужно делать, я не знаю. Два вида только у нас, да? Чтобы начать событие, нужно отправиться к точке старта и нажать кнопку. Угу. Ваша цель — пройти по полицейскому маршруту максимально быстро и чисто. Да. Начать реагирование. Офицеру на Грей Пайн Драйв срочно нужна помощь. Всем свободным машинам выйти на связь. Выезжаю в указанное место. 10:30 будет. О, черт. Жесть, короче, ребята. Управление. Привыкать надо. Да, блин. Непривычно. Управление непривычное. В округе Рэдвью вы в любой момент можете встретить гонщиков. Чтобы начать погоню, включите сирену соответствующей кнопкой, и погоня начнется. Также погоня начнется, если вы столкнетесь с гонщиком или он столкнется с вами. Понятно. Чтобы арестовать гонщика, догоняйте и атакуйте его до тех пор, пока его машина не разобьется. Или используйте технологию погони, когда она будет доступна. Вот черт побери. Вау. Чем выше уровень погони гонщика, тем больше спидпоинтс вы получите. Используйте их, чтобы покупать или улучшать технологии погони в командном пункте. Поздравляем с выполнением задания. Пора возвращаться в командный пункт. Вы можете использовать карту или функцию Easy Drive в левом верхнем углу экрана, чтобы проложить маршрут к ближайшему командному пункту, мастерской, событию или другим игрокам. Где он делся? Размотал тачку вообще. Где тут командный пункт? Сейчас будем искать.
Вилы. Так, обратно мы приехали. Доступна новая машина. Ух ты, доджик что ли? Вы завершили обучение. Добро пожаловать в полицию Редвью. Теперь переключитесь на гонщика, чтобы узнать своего соперника. Важно понимать, как действует другая сторона. Пройдите тренировку гонщиков. Давайте пройдем тренировку гонщиков. Посмотрим, что тут. Это ваше убежище. Их много, они разбросаны по всему округу Редвью. И это единственное место, где полиция вам не угрожает. Здесь вы найдете все необходимое для схваток с соперниками. Это ваш спидлист. Сердце соперничества. Поршик. Здесь предложен постоянно меняющийся набор заданий, из которых вы можете выбирать те, что больше подходит вам и вашему стилю вождения. Вы только начинаете, поэтому пока выбор ограничен. Завершив обучение, вы сможете выбирать из множества списков и будете сами создавать свою судьбу. Ваше убежище – это одновременно гараж и внутренняя. Вы можете выбрать машину, технологии погони, улучшения показателей и варианты персонализации. Осмотритесь, а будете готовы, отправимся в путь. Давайте осмотримся. Здесь хранятся ваши машины. Новые машины становятся доступны, когда вы завершаете лист и повышаете рейтинг. После этого вы можете купить машины за очки SP. Так. Персонализация здесь машины. Машина становится вашей. Изменяйте свои машины различными способами. Расцветки, окраски, наклейки. Диски, номерные знаки, выбор за вами. Диски. Нет, волосы. Покрасить нельзя. А, нету бабла. Да и ладно, пойдем без полос. Так, наклейки присутствуют.
и пошли наклеечки, да? Так, глянем одним глазом по-быстрому. Что тут есть, что тут нет. Интересно, окраска, чего окраска, ух ты, прикольно что. Так, это номерной знак, заработав первые очки SP, вы сможете усовершенствовать свою машину. Прочность, сила, управление, разгон максимально. Так, ладно. Паркинг, гараж. Это ваша карта округа Редвью. Здесь можно увидеть других гонщиков, открытые события и выбрать точку старта. Пока начнем просто от дверей убежища. Давайте начнем. Двери убежища. Вот вы и готовы. В правой части экрана находится спид-лист, который вы выбрали. Завершите задачи, указанные в нем, и закончите тренировку. Вы можете указать маршрут до любой точки, открыв карту, или воспользуйтесь функцией Easy Drive в верхней левой части экрана. Вперед! Вперед! Звук, конечно, обалденный. Чтобы начать гонку, достаточно просто подъехать к точке старта и нажать кнопку. Начать событие можно в любой момент, даже когда вас преследует полиция, но нужно ехать медленно, чтобы не пропустить его. Также можно в любой момент начать состязание с другим гонщиком, для этого просто приблизьтесь к нему и нажмите ту же кнопку. Угу. Да чё ты тут? Выполнение задач вы получаете speed points и увеличиваете бонус, он отображен вверху экрана. Растет и ваш уровень погони. Чем он выше, тем усерднее полицейские будут ловить вас. Вас обнаружили, пора убираться. Полицейские начнут погоню и попытаются реализовать любую возможность без задержания. Если вас арестуют, вы потеряете speed points и бонус. Для ухода от преследования жмите сильнее на газ и используйте карты в левой нижней части экрана, чтобы избегать полиции. Mm-hmm.
Погнали. Корвет, что ли, или дождь, не пойму. Вы почти оторвались от погони. Статус показывает полоса в нижней части экрана. Если в течение этого времени полицейские приблизятся к вам, погоня продолжится. Подъезжайте или ждите, пока кто-нибудь бросит вызов, а затем нажимайте кнопку, чтобы начать гонку. Спойлерок поднимается, видите, ребята, при скорости. Вау, ё-моё. Жесть. Походу, я просрал гонку. Возвращайтесь в убежище и положите очки SP в банк. Вы можете использовать карту или функцию Easy Drive в левом верхнем углу экрана, чтобы проложить маршрут к ближайшему убежищу, мастерской, событию или другим игрокам. Так. Как тут нажимать-то, я выпала. Ближайшее убежище. Угу, вот оно. Завершили обучение гонщика. Теперь можно отправиться в округ Редвью. Вы завершили обучение. Теперь выберите сторону и начните состязание с соперниками. Давайте полицейскую машинку там посмотрим. Там новая какая-то была. Додж там. Челленджер. Сейчас прокатимся еще на ней. И, наверное, на этом обзор закончим. Оп, зарегистрироваться. Но не надо зарегистрироваться. Это же пиратка. Так что вот игрушка, в принципе, хорошая. К управлению надо привыкнуть. Графика замечательная. Ну, обычный стандарт NFS, я так понимаю. Так.
такой скорости ездит всего два типа людей. Копы и преступники. Нас обвиняют в превышении полномочий из-за того, что мы постоянно устраиваем гонщикам аварии. Но нам не нужен честный поединок. Мы должны побеждать всякий раз, когда включаем сирену. Иначе люди быстро решат, что мы не можем их защитить. Страх — это уважение. Если вы подвергаете опасности те неблагодарные массы, которые мы должны защищать, мы ответим вам всем, что у нас есть. Все начинается здесь. Готов? Все начинается сейчас. Все начинается здесь. Астон Мартин. Готов начинать. Астон Мартин. Все начинается сейчас. Уже Астон Мартин. Готов начинать. Давайте начнем с патруля. Умер машины. Тут стилинга берем. Вот он. Есть. Номер опять что надо влепить. На каждую машину водила. Добро пожаловать в Олдрайв. Возможность играть в Need for Speed по-новому. Вы, ваши друзья и другие гонщики сможете соревноваться и вместе участвовать в погонях в любое время и без лишних усилий. Чтобы найти других игроков, посмотрите на карту или поищите их на дороге. Одни будут полицейскими, другие гонщиками. Использование All-Drive возле других игроков дает больше очков успеха. Вы сможете участвовать в событиях вместе, при этом вы каждый раз будете помогать или мешать своим друзьям, выполняя задания полицейского или спид-лист гонщика. Другой способ взаимодействия с друзьями – это Need for Speed Network. Загрузите Overwatch прямо сейчас, чтобы общаться с друзьями, соревноваться и взаимодействовать с ними. В принципе, игрушкой даже можно такую, наверное, лицензию приобрести. Thank you.
Так, поймали товарища. Давайте посмотрим, что у нас там в гонщиках. Перескочим. Испытать на прочность свой характер, навыки и свой страх. В том, чтобы соединиться с машиной, единственная задача которой – перерабатывать бензин в адреналин. И сделав это, вы уже не сможете отказаться. Все начинается здесь. Все закрыто. Ну, давайте сразу поедем туда. Бам. Надо тачку ремонтировать. Негде поремонтироваться-то, ё-моё. Негде. Вот чёрт.
Вот черт. На-ка. Получи-ка, распишись. Вообще жесть. Крутяк. Чувак так вот свистал, походу. Вау! И финиш, вот я просрал это дело. Это банк клёвый такой. Вот черт побери. Давай, давай. Вау, обалдеть. Он быстрее нас. Сами мы никогда его не поймаем. Конечно, никогда не поймаете. Игрушка, ребята, вообще что-то больше, чем больше катаюсь, тем больше мне она нравится. Да и японский городовой, вот это меня выкинули. Вообще жесть. Там какой-то гонщик был. Где тот был гонщик? Не-не, ребята, игрушка, что-то я... Вообще, уже начинаю к ней прикатываться. Обалденно. Починиться можно, заехать вообще нормально. Вообще обалденная игра. Ребята, советую, ищите в интернете, прям набирайте в поиске. Я вот в Яндексе искал, набирал Need for Speed Rivas. Ну, прям можете название на канале скопировать. Название ролика. И ввести, скачать. И скачивайте. Все будет просто супер. Вау, чё ты встал-то, ё-моё. Ещё жесть.
блин, шмаляют гады. На-ка тебе. Да сейчас. Что-то до хрена вас тут на меня на одного. Блин, сзади целый муравейник, ё-моё. Опять ими саданули, вот сволочи. Точно меня сейчас завалят. Еще можно сразу в гонку вступить. Ой, черт побери, сейчас меня точно разберут. Где тут? Я еще в гонку с чуваком вступил. Вот это вообще жесть. Да как мне вас тут ушатать-то, ё-моё. Машину уже повредили, надо мне ремонтку срочно. Где ремонт? Вот он. Отлично. Да какие вы, блин. Вообще ни хрена не вижу. Давай! Да ё-моё, вообще жесть. Нормальная игра, ребята, всем советую. Прям в Яндексе набирайте, скачивайте, устанавливайте. Игрулька супер. Да ё-моё. О, менты прилетели, ё-моё. Японский города. Вот сейчас меня тут точно. Все, мне походу конец сейчас будет. Лотоса, что ли, не пойму. Да вы что тут перепутали, что ли? Ваааа! Сейчас меня точно тут, наверное, ребята завалят. Все. Обалдеть, ребята, взяли меня в плен. Ребята, всем советую, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу. Советую, игра вообще обалденная. Need for Speed Rivals. Ребята, скачивайте, катайтесь. Я, наверное, даже куплю лицензию. Очень уж больно понравилась мне такая игрулька. Ага. А, я очков никаких не заработал, да? Да. Так что вот, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Качайте игру, катайтесь. Всем удачки и пока.